Кадер Джонай. Я вам скажу, что невероятно пестрый, отчаянный американец. Корнер 23-й немец, Ван Лапара голландец 17-й, и Инс англичанин 22-й. И впереди, назад Астон Вилли, год назад Челси. В общем, все это было. Ну а теперь другая команда. И первый подход уже Хаддерсфилда к воротам. И удар довольно далеко. Здесь не опасно было. Серхио Ромеро испугаться не успел. Линделев много пятится назад. Пытается рассчитать время удара. Люк Шоу как раз страхует его по диагонали. Ну а дальше вот такой довольно сильный, но один. Очень результативно. А пока атака Ромелу Лукаку. Ох, как здорово плечом он отодвинул. И шанс на гол. И вот он гол. Добрый вечер, Хаддерсфилд. Говорит Ромелу Лукаку. Очень быстро забивает. И невероятно легко это делает бельгийский громила. 12 мячей у него в премьер-лиге. И вот он, третий мяч в Кубке Англии. Все сделал сам. Разогнал атаку Мата. Очень хороший пас ему отдает. Но и дальше просто плечом двигает. Большого. Женя, второе попадает в Эшли Янга. Биллинг. А что с офсайдом? А офсайд непонятно, не зафиксирован, по крайней мере. Может быть, подозрение и имелось, но это уже никого не интересует. Мяч проходит мимо ворот. Давайте еще раз посмотрим проникающую передачу. Смотрите, какой коридор. Сразу же болельщики поют о том, что едут на Уэмбли, но рано. Матич. Иначе не назовешь. Такой кросс в сторону Криса, в сторону Лукаку. Ну, еще раз смотрим на эту игру Криса Смоллинга. Теперь вернулся в офис, а дальше не дает пробить. Здорово Мактоминой сыграл. Удар с дальней дистанции. И еще раз. Опять отмечаю отличную атмосферу. Биллинг. Это добавляет. Очень приятный игрок. И Майкл Каррик о нем здорово отзывается. Важное упоминание в контексте Каррика, потому как многим рассматривается Мактоминой как игрок как раз на эту позицию, как раз замена капитану Манчестера. Хотя Алексис должен помогать в защите. Так, ну здесь Ромеро, да, на всякий пожарный. Аргентинец касается мяча, переводит его над перекладиной. Не то чтобы непростой момент, но тут Мунье за спиной Смоллинга еще так чуть подталкивает. Заставляет идти в штрафную. Подача, удар по воротам. Ну вот уже интересней. Дошли, пробили. Ван Лапарра висел в воздухе и ждал этот мяч. Ну вот этот проход. И тут разумно убирает ноги Люк Шоу, чтобы не было сделать. Вот опять зона за спиной Алексиса. Ему приходится бежать. Останавливается. А это на гол было похоже. Очень сильно, потому что такой привет пришел с фланга. Эдер Джанай очень здорово выглядит. Из Ингольштадта переехал в Хаддерсфилд. Ну, тут, конечно, атака готовится Хаддерсфилда. Но вот если бы быстрее перевели, потому что там Конголо был уже готов. Удар вместо этого с дальней дистанции. Ну, так, проверка Ромеро. Хорошо, поверили. Серхио в этом сезоне позволили ему сыграть два матча лиги. Особо старается. Тут еще и Бровка рядом с тренером. Он подбадривает Флорана. Мощный удар. Ромеро. Биллинг. Кстати, обратите внимание, что это уже третий удар с дальней дистанции. Уильямс бил, вот теперь Биллинг. Не особо тяжело смотрится Янг, но все, даже несмотря на это, проходит. И Мата получает шанс. Мата! 2-0! Удивительно, как просочился Эшли Янг сквозь эту стену, как легко ему дали пройти. А теперь давайте смотреть. Потому как система с помощью арбитров в действии. И у нас есть видеоповтор момента. Что с офсайдом? Знаете, что все чисто, мне кажется. Не,
Нет, понятно, что телевизор показывает. А так, все эти крупные планы, конечно, красота. Невероятная. Вот так. Так, 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 что происходит? Что происходит? Ждали, когда все-таки там Нилс Фордрик примет решение. И Кевин Френд наконец его озвучит. Это фол. Да, что можно было сказать? Видимо, колено. Ладно, Мандали далеко не Малевича. Явно войдут в историю. Подача Алексиса. Удар Матича и... офсайд. Уходим на перерыв. Первый тайм, гол. Пора. Возвращаемся с вами на Джон Смит Стадиум в замечательном городе Хаддерсфилд, где сегодня гостит Манчестер Юнайтед. И где пытался найти самые любопытные дискуссии, нашел их, естественно, на британском канале, где доказали, что вот эти замечательно кривые линии. В общем, всего было много интересного, но самое главное, это счет в футболе. Вполне что-то готов, чтобы принять этот мяч. Здорово в стенку. И дальше Люк Шоу. Ну да. Дал пощечину. Сейчас Конору. Вот здесь. Типичная ситуация. Вообще, конечно, левый край. Вышли левая нога. Здесь все для Тома Инса. Ну и ждем. Его удар. Инс. Подать стенку. Здесь добивание было куда опаснее, чем удар. Штрафной, но не такой степени, чтобы свистеть пенальти. Красивая ситуация. Ну и вот давайте сейчас посмотрим этот удар Тома Инса, который попадает в стенку. А дальше... ну да, все-таки ноги заблели. Уильямсу, да, не поменял свое решение. Сначала ждал, посмотрел налево, а потом рванулся этот расписной игрок. Смотрите на его шею. И все. Где находится Хаддерсфилд? Биллинг. И еще момент. Лукаку, какой забег! Алексис, великолепный пас. Лукаку, хватит ли сил? Хватило, 2-0. Ромелу Лукаку доставляет письмо Хаддерсфилду и оформляет дубль. И опять Алексис участвует в голе. Это 8-я голевая передача в Кубке Англии для чилийского футболиста. Как здорово все расписал, да? Ну и второй голевой пас в этом сезоне за Манчестер. Но здесь опять, да, вот мата голевая передача. Но сколько сделал для гола Лукаку. Сейчас Лукаку потолкался в штрафной, вывел оттуда мяч. Ромелу. Вот это уж касание, это касание. Лукаку здорово. Мат увидит. Мата уже в штрафной, а дальше... классный пас, Алекс. И неожиданный для соперника Биллинг. Штрафная с правой. Ромеро. Пожалуйста, француз на поле. Рич по поводу